Имел я скверный инструмент, и каждый момент меня он сильно подводил. То он не строил, то ладил. К тому же одинок я был, и нет друзей меня. Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, в четверг вечером на Музона Руви на сцене салона. Сегодня музыкантов новые, не менее талантливые предыдущих, всегда интересные какие-то гости. Вот и сегодня уже полюбившаяся сцена опять приветствует группу «Лондон» из далекого-далекого города Зеленодольск. Ваши аплодисменты. Ну что ж, время летит очень быстро, час пролетит незаметно, я уверен, потому что, знаю, ребята очень заводные, чумовые, и я думаю, что вряд ли вы сможете здесь просто сидеть. Это не получится. Встречайте, группа «Лондон» сегодня на Музоне. Ну что, ребят, начнем с музыки. Песня называется просто «Песни весны». Поехали, ребят. Thank you.
Очень приятно вас снова видеть. Макс, на правах фронтмена, может быть, для тех, кто вас еще не знает, я, по крайней мере, очень хочу, чтобы Лондон знали не только в Татарстане, и лично своими ручками сейчас бросил ссылку приглашения, ну, скажем, чтобы Лондон знали в Белоруссии, знали в Израиле, то есть я абсолютно серьезен. Вот, поэтому, ну, как-то представь своих, так сказать, конечно, друзей. Бас-гитара Хусундинов Айрат. А можно чуть-чуть шире? Просто вот Айрат и просто бас-гитара. Может быть, ну, еще может, что-то расскажешь про него? Сами про себя. Ты думаешь? Вот так. Ну, какую информацию дать про Айрата? Самый жизнерадостный человек в нашей группе. Всегда улыбается, всегда на позитиве. Ну и, конечно, к нему стремимся и мы. Поэтому у нас всегда такая веселая атмосфера и на репетициях, и на выступлениях. То есть заводит как будто Байден. А? Он как будто вот с тебя, вот ты тоже вот. Он прям... нас заводит. Всех. Да. Отлично. Следующий. Ударный инструмент Дымшаков Николай. Это, наверное, наоборот, самый серьезный человек в нашей группе, который нас держит, скажем, в ежовых рукавицах, не дает нам расслабляться. Ну вот так вот. Так. Скажем. Хорошо. Но улыбается симпатично. Притворяется. Так, Марьев Олег, это клавишник наш, самый молчаливый, но зато, как скажет, так отрежет. То есть молчит, а потом выдаст. Семенов Захар, наш гитарист, тоже он у нас жизнерадостный человек очень и живой. То есть вот везде, где не посмотришь, у нас Захар. Везде успел, все сделал, и всем хорошо. Так, ну про тебя, наверное, кого-нибудь попросим другого сказать. Или сам про себя не постесняешься? Да, можно. Максим. Максим. Наверное, это самый читаемый вокал. Читаемый? Да, самый читаемый вокал. Среди всех поющих и не поющих в группе Лондон? Всех. Или всех вообще в мире? Да, он сейчас самый клевый, конечно, у нас. Вот, Смагин Максим. Смагин Максим. Смагин Максим. Вот так. Да, ну, к сожалению, у нас сегодня отсутствует еще наш саксофонист. В прошлый раз он с нами был, но его сегодня по ряду причин не может. Это Аникеев Евгений. Самый клевый саксофонист просто. Мой друг играет блюз. Да. Да, я думаю, что Жене мы тоже подарим аплодисменты и передадим такой вот привет горячий музыкантский. И очень надеемся, что в очередную нашу встречу он будет в проекте, да? Уверен. У меня вопрос. Прошло ровно, почти ровно, да? Угу. Не, ровно. Представляете? Почти 9 месяцев, вот ровно. Ну, многие события в мире вообще так вот в течение 9 месяцев формируются. Ну, знаете, да, о чем я говорю. Вот. Какие у вас за это время нашего, так сказать, не встречания произошли в вашей творческой, может быть, личной жизни? В творческой, да, у нас произошло вот буквально на днях очень важный для нас событий. Мы наконец организовали свой сольный концерт в нашем далеком Зеленодольске. Да, концерт прошел. Из Лондона он далекий, от Казани. Ну, да, да. Город Спутник. Замечательно прошел концерт, много народу было, с нами играли много наших друзей, приглашенных музыкантов. И все супер. Сегодня часть программы мы тоже покажем, несколько песенок сыграем с этого концерта. Для тех, кому билетов не досталось, да? Отлично. Ну что, давайте говорить мы будем все-таки как-то разбавляя музыкой разговоры, да? Конечно. Что сейчас должно прозвучать? Замечательная, немножко в другом направлении песенка, она лирическая, называется «Лети, добрый ангел».